Привет, друзья! Сегодня у нас две распаковочки с AliExpress. Это у нас щипчики и скальпель. Давайте посмотрим, какого качества и стоит ли это покупать. Так, вот такие вот. Такой вот инструмент. Довольно-таки массивный. И давайте посмотрим, справляется ли он со своей задачей. Покупала его для, собственно, вот таких вот задач. Ну и, конечно, при пайке также понадобится, когда нужно откусить лишнее, да? Припаяли и откусили. Ну, как видим, с этим проводом справляется отлично. Немножко потолще, также очень легко справляется. Давайте возьмем, например, вот ватную палочку. Как видите, без проблем. Вот. Все без проблем работает. Также вот припой. Очень острые. По качеству металла, что могу сказать? Увесистые такие. Выглядит внушительно. Думаю, будет служить. Так, далее у нас это такой популярный скальпель. Много вы видели, кто смотрит распаковочки с Алиэкспресса, что вот пользуется именно таким вот скальпелем. Стоит около доллара. В комплекте еще у нас поставляется. Так, раз, пять штук здесь. Вот чехольчики, и один уже, собственно, и вот посмотрите, как он режет. Вот очень легко. Вот, как видите, очень острая штукенция. Меняется лезвие вот таким вот способом. Здесь вот откручивается такая вот втулочка с накаткой. Вот. И вынимается. Здесь вот видим, есть два разреза наухрест. Вот. Два разреза. Ну и при замене вставляем. Втулочка. И придерживая. Лезо, собственно, вот дожимаем. Вот таким вот образом происходит замена вот этой режущей части скальпеля. Вот такие сегодня у нас товары. Такой вот инструмент, довольно-таки полезный, кому надо, рекомендую. Все ссылочки будут в описании. Также оставлю видео инструкцию на то, как сделать кэшбэк 17%. Друзья, пользуйтесь этим, пока это работает. Заходите, все ссылочки будут в описании. Регистрируйтесь в кэшбэке, который возвращает наиболее высокий процент денег. Ну и, конечно же, спасибо за просмотр.
Подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ставим это видео лайк, если понравилось или было полезным. Ну и всем удачи, всем пока.